Следующий инструмент C++ – это массивы. Массивы – это наборы однотипных элементов, которые расположены в памяти непосредственно друг за другом, и доступ к которым осуществляется по индексу. C++ позволяет определять массивы непосредственно на стеке. Для того, чтобы определить массив, нужно указать тип хранимого значения, имя массива и количество элементов в этом массиве. При инициализации можно проинициализировать только начальную часть массива, оставшаяся часть будет проинициализирована нулями. Индексация массивов C++ начинается с нуля. Соответственно, у массива из 10 элементов первый элемент имеет индекс 0, а последний имеет индекс 9. Соответственно, для длины n последний элемент будет иметь индекс n-1. Использование массивов очень часто предполагает использование циклов. Например, данный код позволяет вывести массив на стандартный вывод. Мы пробегаемся переменной от начала массива, от нулевого индекса до конца, то есть до индекса, который меньше 10 до 9, и выводим все элементы массива через пробел. В конце добавляется перевод строки.